Здравствуйте. Сейчас у нас находится на станке турбина мощностью 6 мегаватт. Причина балансировки — непонятная вибрация, то есть на месте было проведено виброобследование, но заказчик хочет убедиться в качестве заводской балансировки. Вот на месте, сейчас покажу, такими заглушками была проведена балансировка, то есть оказалось, сделали еще хуже. Сейчас вместо алюминиевых заглушек вкрутили обратно стальные и немножко подчухиваются по ступеням с внутренней стороны. Есть места такие, где можно немножко убирать массу. Вот так она и балансируется. Нет, смысл в чем? Ее начало трясти. Ни с того, ни с сего. Ну, нет, был удар в его генератор. В генератор что-то там торкнуло. И начало ее трясти. Даже трясти на волоповорот. Ну, волоповорот, чего? Вот плоскость есть. 150 оборотов. Вот плоскость есть. Это можно шарить. Это да, это большой. Ну, вон аркой поюзать можно. Это только убрать. Только не полить, короче, а так слегка поюзать. А на передке вообще ничего нет. Чего? Есть упорный диск. Можно туда не шарить. Вот сюда под эти бойтики. Как делают с ума такая. Ну она пластичная, только пластинный день поперек, не вдоль, не вдоль, поперек. Не вот такой она вставкой катушкой вставляется, а для генератор чуть больше будет. А через трюк? А, так она еще и не 3000. Она 6700.